Этот наш сюжет для покупателей, для тех, кто любит всевозможные сыры. Два года назад на Ладушкинском маслозаводе в Калининградской области впервые в стране начали осваивать производство нового вида сыра. Конечно, создать новый сорт, да такой, чтобы он понравился многим, непросто. Ладушкинским сыроделам это удалось. Сыр назвали пикантным за его особые вкусовые качества. А что это за особые вкусовые качества пикантного сыра, сможет узнать каждый. В будущем году завод выпустит 100 тонн новой продукции.